Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вместе с вами буду открывать новенькую посылочку с iHerb. Еще целенькая, абсолютно не вскрытая. Внутри там уже что-то сыпется и прям просится наружу. Тут на самом деле маленькая подсказочка, лучше не делайте так, как я, а сразу проверяйте свою посылочку, как только вам принес ее курьер, потому что внутри может оказаться не ваш заказ. На самом деле я делала заказ во время их распродажи, по-моему, она была 11.11, и я очень счастлива, что мне наконец-то удалось что-то урвать по скидке, причем по довольно приличной. Сейчас я попробую ее поднять, чтобы ничего здесь не вывалилось. Эх, вот так вот это выглядит. Она набита всякими коробками, а тут вот верхняя прям огромная. Ну что, давайте рассматривать. И первая мне в руки попадается самая крупная коробка в заказе. Это у нас рисовая лапша. На самом деле я каждую неделю делаю куриный суп, а с прозрачной лапшой, кстати, он самый вкусный, ну как по мне. У нас, к сожалению, очень маленький выбор в супермаркетах, и вся она какая-то быстро разваривается. Мне очень редко попадаются хорошие экземпляры, которые именно похожи на то, что подают в азиатских ресторанах. Здесь она, конечно, такая вот широкенькая, но я думаю, попробуем что-нибудь с нее интересненькое заготовить. Так, следующая крупная коробка. Так вот, что у нас сыпалось. Это вот такая вот вермишель, о боже мой. Вот эта вот фирма Annie's, очень популярная в Америке. У них там еще продаются вот такие вот печенюшки в виде животных. И они там спокойно дают это детям, потому что это органический продукт. Даже самым маленьким, там которым годик или полтора. В данном случае у меня паста с сыром. Все, что нужно, это просто стандартно отварить вермишельку и добавить пакетик с сырным соусом. Те же американцы очень любят блюдо mac and cheese. Это, кстати, оно и есть, по сути. Дальше, наверное, переходим к косметике. А нет, здесь еще есть немножечко еды. Я решила себе заказать для зимних таких тепленьких вечеров чай успокаивающий на основе трав. Вот эта вот фирма Yogi, одна из самых популярных на iHerb. Я знаю, многие рекомендуют именно эту линейку, она кажется с лавандой. Прям демонстративно показывается, как он влияет на человека. И последняя съедобная вещь у меня в посылке, это вот такая вот копченая паприка. Боже мой, сколько я за ней охотилась. Я знаю, что это у них топ продаж, ее очень быстро раскупают, стоит она дорого, по-моему, гривен 400, что-то такое. Ну, как видите, это большой объем продукта в стеклянной баночке. Ух, здесь даже вон дозатор такой есть с отверстиями. И, кстати, да, у нас сегодня в меню отбивные. Я думаю, мясо с этой приправой будет просто фантастическое. Так, наконец-то мы переходим к косметике. И хочу вам показать вот такую вот штучку. Это шампунь для кистей, для макияжа. Если помните, в прошлой распаковке я вам показывала экспресс-спрей для очистки кистей. Он используется для поверхностной такой быстрой очистки между макияжами. Вот этот шампунь используется более для глубокого очищения, в том числе от кремовых текстур. Я хочу попробовать очистить все свои кисти. У меня вон на фоне они все стоят грязные. Как раз сегодня протестирую все эти штучки и расскажу, конечно же, вам. Это, кстати, фирма Elf, их новинка. Переходим к пробникам. И на самом деле я подсела на этот раздел, потому что, ну, посмотрите на этот объем. Как это можно назвать тестером? Это полноценный продукт. Во время распродажи мне удалось ухватить пару шампуней и кондиционеров для волос. О, даже гель для душа. Интересно. Я взяла специально разные, для того, чтобы протестировать и понять, какой именно шампунь мне больше всего подойдет, и заказать его в полноразмерной версии. Это фирма Petal Fresh Pure. Здесь у нас два шампуня. Один для легкого расчесывания, а второй для струящихся волос. Ну, это так, беглый перевод. Здесь у меня еще кондиционер с лавандой и такой же гель для душа. И я решила попробовать еще вот такие вот маленькие кондиционеры для волос, но в каждом из них по 44 миллилитра продукта. Это фирма Giovanni. Я уже заказывала их масло для волос с термозащитой. Мне очень даже оно понравилось. Наконец-то появился у них в продаже маленький тестер с сывороткой для лица. Постоянно он там раскуплен. Это фирма Instanatural с витамином
це их топ-продаж. Ой-ой-ой, такая маленькая малюточка, даже с пипеткой, посмотрите. Вот как так аккуратненько можно сделать миниатюрку? Здесь у нас 5 мл. Хочу попробовать, потому что полноразмерка стоит довольно дорого. И напоследок я вам оставила самую интересную вещь. Это вот такая вот щетка для сухого массажа фирма Ecotools. Она идет антицеллюлитная. Я знаю, что многие блогеры ее очень нахваливают. Ну, вот так вот она выглядит. Можно выбрать в разных цветах. Я, конечно же, взяла розовый. Деревянный корпус. Посмотрите, как прикольно сделано это все. Не скажу, что прям очень сильно жесткая. Напоминает, что мне напоминает? Щетку, знаете, такую хозяйственную, которая такая в форме утюжка. Ну, посмотрим. Я еще почитаю инструкцию, как правильно делать ее массаж. Нужно ли использовать масла или это просто так для отшелушивания. В общем, на зимнее время для самомассажа, мне кажется, это то, что нужно. На этом все. Надеюсь, вам эта распаковка понравилась. Я уже побегу сейчас ставить в духовку мясо. Все ссылки на показанные товары я, конечно же, оставляю внизу в описании. Все как всегда. Напишите в комментариях, удалось ли вам урвать что-нибудь на скидке. И что вы еще интересненького находили на iHerb. Я бы с удовольствием это попробовала. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока.